Сиреневые, белые, бордовые, однотонные и разноцветные. Влюбиться в это яркое многообразие можно с первого взгляда. Так когда-то полюбила фиалки и Светлана Таран. Сначала это было хобби, и 10 цветочных горшков соседствовали на подоконнике. Сегодня уже профессия. В коллекции Светланы свыше 120 сортов. Теперь повседневные заботы о цветах не ограничиваются только поливом. Зима проходит, как всегда, в трудах, в пересадке, в поливе, в выращивании новых сортов. Ведется дневник, какие сорта когда зацвели, какой из сортов более устойчив к перемене места, к поливу, каким удобрением пробуется новая земельная смесь. То есть ведется такой более уже научный подход к фиалкам именно вот в период между выставками. Поэтому вот чтобы новая выставка порадовала посетителей какими-то интересными новинками. На выставке представлены сорта американской, украинской и российской селекции. Причем отличаются цветы не только по цвету. Миниатюрные, большие, вьющиеся – это все фиалки. В мире насчитывается свыше 15 тысяч сортов. Для посетителей Омского краеведческого музея представили 100 разновидностей. Среди этого яркого многообразия есть и свои звезды. Например, фиалка «Черничный десерт». Название получила за яркую необычную окраску. А «Голубой дракон» уже много лет является фаворитом цветочной выставки. Этими сортами посетители интересуются чаще всего, рассказывает Светлана Таран. Фиалки пользуются большим спросом, наверное, потому что период цветения у них самый продолжительный среди других цветов – 4-5 месяцев. Фиалки хоть и неприхотливы, но требуют особенного ухода. Растения не любят яркого освещения, почва в горшке должна быть умеренной влажности, а температура 20-24 градуса. Если соблюдать эти нехитрые правила, фиалки будут радовать цветением 2 раза в год. Новинки селекции – это и черничный десерт, и сорт «Ват-Амазонка», и византийская роза, и золото небелунгов. Впервые вот такой вот желто-цветковый сорт на выставке, так как вообще гена желтого цвета у фиалок нету, но селекционеры вот достигли совершенства, и сорт золота небелунгов, наверное, более всего из желто-линейных таких сортов, самый такой лимонный. На цветочной выставке омичей ждут до 31 марта в Омском краеведческом музее. А начинающие цветоводы узнают здесь ценные советы по уходу за растениями. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна 7.